На уборку города в эту субботу вышло около 20 тысяч жителей, сотрудников предприятий и муниципальных служащих. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Субботники и средники проходят во всех парках и скверах города. Ильинскую площадь, расположенную на пересечении Арцебушевской и Красноармейской, вместе с неравнодушными горожанами приводила в порядок и глава Самары Елена Лапушкина. Здесь расположены часовни, иконы Божьей Матери, взыскание погибших, лавочки и детская площадка. Площадь – одно из любимых мест отдыха горожан. В выходные там красили скамейки, срезали засохшие ветки кустарников, убирали опавшую листву. Я выходила сегодня на уборку с долгожданным чувством, что наконец-то весна наступила, наконец-то мы город чистим, наконец-то он просыпается от зимы, покрывается зеленью. И хочу, конечно, пользуясь случаем, призвать всех наших жителей, призвать все предприятия, учреждения принять участие в наших субботниках, в наших средниках, потому что это наше общее дело. Все мы хотим жить в уютном, непыльном, чистом городе, все мы хотим жить среди зелени, дышать свежим воздухом, а уж все вместе мы справимся с этим гораздо быстрее, гораздо эффективнее. Многие самарцы на уборку города вышли с детьми. Среди них и Светлана Петрунина. Она пришла с 9-летним сыном Мишей. Говорит, взрослые должны не только заботиться о любимом городе, но и учить этому детей. Надо помогать городу, весна. И нам хочется, чтобы наш город был чистый, красивый. Мы с удовольствием участвуем в этом субботнике вместе со своим сыном. Очень хочется не только, чтобы мы участвовали в этом замечательном мероприятии, но и все жители нашего замечательного города. Давайте сделаем город чище. Нам будет самим приятно ходить по нашим красивым чистым улицам. Давайте стараться не сорить. Давайте пример маленьким детям, и не только маленьким, но и взрослым людям. И если мы начнем сами себя и будем сами за собой убирать, я думаю, все вокруг тоже начнут это делать. Принять участие в уборке города можно до конца месяца. Территории и общественные пространства приводят в порядок по средам и субботам весь апрель. Городские власти готовы обеспечить активных жителей всем необходимым – граблями, перчатками и мешками для мусора. За инвентарем можно обращаться в управляющие компании. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.